Мне очень в детстве повезло, потому что, значит, отец мой очень любил музыку, очень любил, и был очень музыкальным человеком. Он по специальности был режиссером и работал в первой студии художественного театра с ее основания. А потом этот театр превратился в МХАТ второй. Те годы, 20-е, вот 30-е годы, очень много приезжало замечательных иностранных гастролеров к нам. И вот, ну, во-первых, я начну с того, что Прокофьева, его первый приезд и второй приезд в Россию, на всех концертах мы были. Хейфиц, Казадезюс, Карто, Тибо приезжали тогда. И вот на всех концертах мы бывали. И вот отец как-то с детства меня приучил, так сказать, к этому. И я получал истинное наслаждение. Вы знаете, истинное наслаждение. И это мне очень, как будущему музыканту, очень много дало. Это была, если хотите, такая вторая для меня консерватория. Понимаете, вот эти концерты, и я с нотами ходил, смотрел в ноты. Это все очень было полезно. И кроме того, вы знаете, ведь детские впечатления, они самые сильные. И они остаются на всю жизнь. И вот в 34-м году, значит, мы пришли на концерт Яши Хейфица. Он совершенно ошеломил меня и звуковой своей палитрой, очень красивым звуком и безупречной техникой. Это было открытие для нас, потому что только имя его знали, что был такой замечательный скрипач. То есть он и есть, но он недосягаем. Из России, выходец из России, ученик Ауэра. Но никто его никогда наяву, кроме записей, не слышал. А здесь он появился в Москве и в Питере. И он играл и там, и тут. Огромная была программа. И имел очень шумный успех. И играл, ну, такие жемчужины скрипичной литературы. Потрясающе совершенно. И он меня поразил, вы понимаете, всем своим обликом. Он очень был каким-то величественным на эстраде. Он очень высоко держал скрипку. Как-то даже мне казалось, что слишком как-то он ее поднимал высоко. И это все производило грандиозное впечатление. Грандиозное. Я уже учился в классе Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, которого я совершенно обожал. И был счастлив, что я попал к нему в класс. И вот я, значит, решил написать сонату для скрипки и рояля в трех частях. В течение учебного года, значит, я ее кончил. И в это время, значит, начались прослушивания в связи с конкурсом, который должен был произойти в 1947 году в Праге в рамках фестиваля демократической молодежи. Это был первый тогда фестиваль. И огромная группа художественной, значит, молодежи была туда направлена ЦК комсомолом.
И вот были прослушивания, отборы. И, значит, эту сонату я играл вместе с Леней Коганом, который учился тоже в это же время в консерватории. И соната была отобрана туда. И вот в Праге, значит, состоялся этот конкурс. Председателем жюри был Вацлав Добиаш, композитор из Чехословакии. Вот. И, значит, там были и Шибалин членом этого жюри, и многие польские, чешские музыканты. Мы с Леней Коганом в зале Рудольфинум днем ее играли. Она произвела хорошее впечатление, эта соната, и в результате была отмечена первой премией. Я считал, что я получил крещение, так сказать, в Праге на композитора. И после этого как-то у меня появилась большая уверенность в своих силах и то, что я делаю. И мне это очень помогло в жизни. И вот в какие-то годы в Союзе композиторов появляется человек по фамилии Карпиловский, скрипач, который приехал из Америки, и вот, значит, побывать здесь у себя, значит, на родине в Москве. Он пришел в Союз композиторов, меня с ним соединили, и он обратился ко мне с просьбой, что он вот приехал из Америки, что он очень дружен с Хейфицем, скрипачом замечательным, которого я в молодые годы мальчишкой слышал, и он на меня произвел потрясающее впечатление. Вот. И что он интересуется вообще новыми какими-то сочинениями для скрипки. Ну и вот зашел разговор о моей сонате. Я, значит, к тому времени она уже была напечатана, и я, значит, с удовольствием передал ему ноты моей сонаты. Откровенно говоря, без надежды на то, что Хейфиц, великий, значит, скрипач, ее сыграет. Тем не менее, через некоторое время, значит, он уехал, и я получаю, значит, от него известие, что он ее выучил, играл в концертах по различным городам в Соединенных Штатах и записал на пластинку. И вот эту пластинку, значит, мне была прислана. Он был замечательный скрипач, и он, у него была своя какая-то манера, и где-то вот какие-то фразы он играл с подъездом немножко, с таким, с глиссандо. У него манера была какая-то своя. Но это не всегда соответствовало, так сказать, музыке, что ли. Особенно вот в такой, в музыке новой, которая не имела еще традиции исполнения. И вот здесь как-то меня это настораживало. Thank you.
Педагогической деятельностью он стал заниматься довольно уже в таком зрелом возрасте. И в Калифорнии, когда вот он жил там, и вот там, в Калифорнийском университете, он преподавал, и у него был класс, и он очень увлекался этим. Ну, ему было чего рассказать и передать ученикам своим. Все-таки опыт у него грандиозный был, объездил весь мир. Он был строг, очень строг, и требовал от них, чтобы они были бы определенным образом одеты, чтобы глаженные брюки были, чтобы у девушек, значит, юбки были определенные, длинные и так далее. И не любил, когда меняют туалеты, там разные, значит, такие одевают. Те, кто, значит, не соблюдал его правил, отклонялся от них, он назначал штрафы денежные, которые шли потом в кассу, такую общую, значит, кассу, которая шла на покупку канифоли, волоса для смычка, струн и так далее. Это был замечательный скрипач. И вполне заслуженно его считали лидером и вот, называли королем и так далее. Он оставил на меня неизгладимое впечатление. Это на всю жизнь. Поэтому, когда через многие годы вдруг от него... Значит, я получил вот такое пожелание прислать ему свою музыку. Я был очень польщен и очень этому счастлив. Classic Archive. We'll be right back.
Thank you.